Всем привет, дорогие друзья, с вами Димаскет Макс, Робби Каркарыч, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Карта у нас Gravity Falls, рубрика «Как у аниматроник настоящий». Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Если вам понравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Это настоящий игрок. Нет. А, Серега, сколько у них вообще жизней? У аниматроников вообще 8500. А, 8000. А, я игрокам выставил по одному хп. Не-не, если я буду настоящего убивать аниматроника, 8000 разделить на 16, сколько надо построчей вписать? 40 тысяч лет спустя. Вот, смотрите, вот, уходит от меня. Так, я еще ни одного аниматроника убил. Вот. Я просто у Димаса за спиной бегаю. Ты так нечестно! Видел. Ой, жук, ты убежал, я так подстрачниками не могу быстро руководить. И как она там? У меня не нога не такая длинная. Яй! А вот это вот. Есть! Кого я убил? Фликс, теперь нас двое. Давай. Два подстрачника хода. Погнали. Вот-вот-вот ходит двое. Давай их начнем тоже пробивать. Надо каждого пробить. Нет. Не хотят пробивать жопы свои. Так, а где акула? Я ее не вижу. Вон акула. Тоже ходит. Вот, смотрите. Вот это, мне кажется, Кэт Макс. А ты падла! Иди сюда! Так нечестно! Хорошо. А как же мне его убить, если он не дается? Крячка стала и стоит. Вот это тоже игрок! Ах ты жопа! Да как мне вас убить? Мы ж не так не договаривались. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Я сейчас возьму режим маньяка и так убью. Эх ты! Ну смотри, промахнулся! Вот, тут тоже игрок настоящий остановился, походил. Есть. Ай. Фишмен, отлично. Пацаны, давайте будем как-то их ловить сейчас движухой. Ну вот, настоящего игрока видно сразу. Нет, это не настоящий игрок. Фредди убегает. Ну, Серега. Как его поймать? А, внутри вот туда? Кэт Макс, ну как я этот злодотик застрял, не дает мне убить тебя? Подожди, он же может невидимый еще, да, встать? Ого, вы слышите этот звук? Да кто-то дверь пинает. Нифига себе, калитка. Как будто я поворотом лупашу. Я беспалевно слежу за Димасом. Что открыть? Вы чё, а тут доме? Какой-то додик, короче, этот NPC обычно калитку мне тут всю закрыл. Ладно, давайте вы где-нибудь с другой. Да что ты смеешься? Они меня ходы позагораждали. Правильно делают, защищают своих собратьев. Слышь, ты бомж, ты чё уходишь и приходишь? Я не туда пошёл. Серёга, как тебя убить? Ну, сначала найди меня среди аниматроников. Так, найти, ты убегаешь, вот смотри, я тебя нашел. Это не я. А, это не ты, ну вот я тебя нашел. Да? Угадал? А что ты смеешься? Да я выдал, ты меня не запалишь, а то ты затем побежишь. А я взял построчи, я тебе резко прописал в животину. Так, Серега, я хотел тебя найти, я тебя нашел. Давай помогай нам. Все, ищи, помогаю. Сейчас, короче, этот... Вот сейчас я всем построчи даю, Дима. Сейчас будем Кэт Макса ловить движухой. Окси. Я прям за Димасом слежу. Он Фокси у нас. А, ну иди сюда. Плохо нельзя сделать, чтобы посрачник убивал моментально. Димас, был бы режим такой поприкольней. Вот как... А, нет, все-таки это не игрок. И ну раз так NPC себя ведут, кажется, что игрок настоящий. Раз, повернул в другую сторону, начинает уходить куда-то. А они еще... Как определить NPC от человека, то что...
NPC сам по себе, это бывает в стенке застрелить. Это берет и в стенку тупо идет. Я, кстати, в старых сериях это использовал. Упирался в стенку и стоял, мимо меня все пробегали. Так я так же делал. Да? Сейчас. Да. Ага. Ну я как-то, не знаю, рандомно бегу и всех лупашу. Не, ну это NPC-шка. Чика, Чика, я бегу за Чикой. Вот Чика это да, это тот челик, которого я хотел поймать тогда. Чика, 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 ловите Чику, Чику ловите. Чика и Фокси. Вот летающий. Да вы куда бежите, ё-моё, Чику ловите, вы чё, её надо окружить со всех сторон и фигачить. А сейчас запинаем. О, Фоксик, это Макс, я вижу тебя, говнатый кусок, я тебя поймаю и это посрач. Вижу, вижу Кэт Макса, вижу Кэт Макса. Нельзя. Нельзя. Хорошо. Погнали дальше. Вон он, вот, 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 вот. Ах ты жлоб, вонючий. Я бы, братан. Мы двое остались. Так. Кэт Макс, я тебя поймаю банихопом. Ты засранец такой. А, шустрый кролик. Я заяц. Ой, я заяц. Надо как-то его поймать, а как? Сколько мы поймали вообще? Надо его со всех сторон окружить просто. Так надо по нему еще и посрочем попасть. Ты когда бьешь, останавливаешься. О, еще б чуть-чуть бы и попал. Еще б чуть-чуть. Так. Кэтмакс, Кэтмакс, вот он, вот он, вот он. Да ну блин, я ну, мимо дыхала, прописал свою плюху. Их двое тут. Вот Крячка и Фокси. Ну блин. Моя нога, я как кунг-фу пропишу. Нам надо всем объединиться и схватить хотя бы одного. А где все, я не знаю. Мы только втроем, что ли, ищем? Я около Серёги. Я, ты, еще кто? Ну блин, ну стой, бомж. Нас двое. А я сейчас тебя заморожу. И буду бить тебя тогда ногами. Надо так. Короче, Серега, иди ко мне, вот он за деревом. Я его почти пнул. Я что-то попадаю, но вот чуть-чуть чего-то не хватает. Так, вокруг пойду. Ах ты хитрый жук, да? Вот так ты с нами заговорить. Я сейчас тебя заморожу специально. Замораживающим оружием. Я так и знал, что это фальшивый аниматроник. Заморозь, Димас! Не, сейчас это, паутиной. Спайдер-модом. Куда ты невидимая штука стала, да? Так нечестно. Честно, честно, не, Серега, честно, пусть так и выйдет, мы сейчас поймаем их. Так, наблюдаем за всем. А, я вижу, вижу, красавчик. Димас, Кэт Макс бежит к вам. Ну вы чего, а? А чё другие не берут, я не понимаю это. Серега. Так. Слышь, ты жлоб. Хорошо. Не понимаю, да, он по-хорошему? А где наша замораживающая кабака? Фига чего. Да я не могу попасть по этому жлобу вонючему. Ой, Серега! У тебя такая поза была смешная. Да, я видел. Я же за вами наблюдаю. Вы что вы меня не видите? Не видите. Да я ж попал. Стелс 8000. Я по Кэт Максу хочу попасть. Они очень тяжело попадаются. Странно сказано, но так и есть. Макс, не беги ко мне, зачем? Так, не могу найти никого, я не понимаю, что это за черты такие. Фигачи, Димас, огонь! Да не могу попасть, оно уже шустрая морда. Кэт Макс, так нечестно, я тебя сейчас убью. По-любому. Я за дерево. Я хочу заморозить и побить его, честно говорю. Нет, Макс, беги там, Серый. Я сейчас достану секретное оружие охотников. Серый далеко. Нет, не далеко. Правильно, спасибо. Я вижу, что Димас, что? Ты слабенько, знаешь, давай-ка я лучше. Ну давай, я пока мне с этим пофигачу. Есть, есть, я попал по Кэт Максу. Отлично. А что за читы? Какие читы? Это ты читеришь.
Ты взял и убегаешь на шив. Знаешь, как тяжело попасть? Ты очень быстрый. Я цепляюсь за жизнь. Я тоже. Ага, сейчас вам не поможет никакое цепляние за жизнь. Да, Серега? Нет. А что так слабо? Начинается апокалипсис. А что это такое? Ой-ой-ой. Я побежал, я вспомнил. Ну хотя тут не убежишь, да, от такого? Ой-ой-ой-ой-ой. Всего одного NPC мы не убили. Ой-ой. Все, Gravity Falls в данный момент закрыт на ремонт. Хишина Тань спалена успешно. Я думаю, что уж, если вам понравилась эта серия, хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!